подписчики и зрители канала, с вами Мегакул. С вами продолжаем играть в игру под названием Dying Light. И опять я, короче, сильнее, чем был раньше. Причем намного сильнее. Сейчас я о всех новшествах вам расскажу. Начнем, наверное, с того, что у меня есть теперь 4 оружия, которые мы с другом опять бегали. Задания не проходили, не бойтесь, не дополнительные вообще никакие. Вообще, как бы, ничего такого криминального не делали, просто находили оружие, что-то делали, какие-то опыты мне набирали. Ну и, в общем, теперь у меня есть четыре оружия, то есть это 4 меча у меня есть, и 1 катана, ну, как бы, одно и то же, да. 1500 урона, 1200 урона, 1500 урона, 1500 урона. Это примерно так с одного удара убить можно любого. Ну, не любого, я имею в виду обычного. Причем они все улучшенные, там вообще все очень крутые. Деньги у меня, денег много у меня, аптечек у меня до хрена тоже, мы набрали мне аптечек. Опыта мне набрали у меня, видите, там почти 12 уровней ловкости. И самое вообще главное, это вот это вот. То есть это крюкошек, наконец-то, я, короче, мы ее получили, очень долго мы ее добивались, но вот... Короче, мы ее как раз таки добили уже, мы просто уже бегали просто ночью, убивали ночных этих тварей, которые по ночам, короче, ходят, переживали ночь, так, таким образом, мне давали очки выживания за это. И, короче, это самая шикарная вещь, которую я нашел, вообще, просто когда-либо видел, то есть в навыках, это 12 уровень выживаемости. Также у меня 12 уровень силы там, и так далее. Значит, давайте продемонстрируем там... что-нибудь такое интересное. Давайте вот, например, вот так вот. То есть работает он примерно вот так вот. Я могу также наверх забираться. И у него два использования только. Это просто намного... намного улучшит им жизнь. Очень даже неплохо сделает нам вообще геймплей. Она откатывается, да, у нее два использования только, к сожалению. Ну, имею в виду, за какой-то определенный момент времени. И тут еще надо набор набрать... то есть кладовщику отнести, забрать, говорю. Сейчас вот сюда вот надо. Там мне что-то было. Так, сдать ему. Ну и у нас уже наконец-таки надо отнести антизин уже в башню, потому что что-то как-то слишком долго все это было. И надо бы, да, нам нужно все-таки антизин. Уже все-таки с антизином разобраться, что там происходит, и разобраться уже с Джейд, что мне делать, там арена, Раис, я вот не знаю насчет этого до сих пор, что там будет и вообще что, как, когда. Ну, сейчас проверим. А еще, кстати говоря, еще одно такое новшество. Я заставил игру работать стабильно на ультра-настройках, короче, я не знаю... Что там было не так, но я решил протестить, и у меня вот вроде все нормально стало работать. То есть, походу, тогда у меня была какая-то явная проблема с чем-то. Не знаю. Может, со способом записи. Do you have the antizin? Give it to me. So what happened? One person turned and had a couple of other people trapped. We could have sealed off that one apartment, but Brecken wanted to save as many lives as possible. It went bad. Somebody had to make the call, and now we've lost the entire floor, including a couple of kids. You'd better talk to Brecken. I have to get these meds to Lena. Да, Раис, конечно, конченый человек. Правда, единственное, что, да, игра будет подгружаться вот так вот. Надо, у меня такой стабильный уже в игре. Так, мне нужно к Брекену еще сходить. Вот, да, именно такое. Ну что, прекрати. Ну прекрати. Брекен! This is where we get the announcements about the antizin drops. And they've just stopped. There were kids in there! They're frozen. Lena had to step up. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. Wait, so all the free running. Wait, that was you?
Брекен, you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in Harran? Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen. I'm gonna talk to Rice myself. Whoa, whoa, hang on a minute. Brecken, these people still need you. Okay, just give me some time, all right? There's gotta be another way. A better way. Fine. I'll wait. But not for long. Мне кажется, меня все-таки заставят подняться. Finally, I get to do some actual good. Ну, 18 этаж. Да. А, нет, мне нужно. А, ну естественно, мне нужно связаться с ВГМ. Вот это единственное, что я могу сейчас сделать. Блин, я хочу связаться с моральными уродами. Зачем мне с ними связываться? Я уже не хочу на них работать. Что? Окей. Raheem, what are you doing up here? Hey, Crane. Can I trust you? How much you had to drink, kid? And I ought not. Yeah. What's up? See that skyscraper? Scouts from the volatile nest in there. We take that out, and then running missions at night, we could totally do that. So I'm thinking, if we planted some explosives. Oh, Jesus, Raheem, you're not still on that. Crane, we have to do this. As long as that nest is there, we'll never be able to gather up enough antis. It would work. We make a good team. Ah! Shit, oh my... Ah! Don't drop me! Oh, fuck. See? Told you we make a good team. Look, Raheem, we don't have any explosives. I mean, none. The closest thing to what you're talking about are Spike's firecrackers. That's impossible. You don't know what it's like. All I can do is watch. Sit on my ass and watch everything happen and do nothing. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. If I go out, I'd rather go out doing something. What's this? I was set to fly out on Sunday. They quarantined us on Thursday. I already had my bags packed. I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen. Whatever. Другое безопасное место. А если бы меня не было, Рахим бы грохнулся бы. This is Crane, do you copy? What do you want, Crane? I want you to start the antizen drops again, at least near the tower. These people need help. We put you in Harran to find our file, not to play Mother Teresa. Or does this mean you've reconsidered Rice's proposal? Perhaps Miss Aldemir would even be willing to cooperate. Test her skills in a new environment. You start giving us some antizen and then we'll talk about what Rice wants. Oh, it's us now, is it? Well, I'm afraid your request is out of the question in any case. Things have gotten a bit strained with the Ministry. Resuming the airdrops would not be politically advantageous at the moment. You assholes take the fucking cake, you know that? You and your fucking file. I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. Правильное решение, по-моему, реально. Потому что эти дебилы, они... Crane, this is Jade. Do you copy? Loud and clear, what can I do for you? I don't know how much time we have, so... The short version. I need your help. Rice has turned an abandoned school into a supply dump. And I think it may be where he's storing his antizen. If you and I sneak in there, we could get all the meds the tower needs. Are you with me? Yeah, I'm with you. Great. Look for me in one of the boxcars on the train trestle near the school. Okay. And listen, Jade,
If we don't find that antizin, I'll need to talk to you about something. Школу заброшенную. Последний раз, когда мы заходили в заброшенную школу, The Last of Us, по-моему, это было. Все показалось не очень-то и хорошо. А, нет, там был заброшенный колледж. А, нет, там школа тоже была. Там был заброшенный колледж, и там был заброшенный... Заброшенная школа тоже была. Все. Все было. Это мне вообще не нравится. Так, в вагоне. Не очень понимаю пока, но сейчас еще до погружения. Давай что ли продемонстрирую мечи свои, что ли, не знаю. Вот это самый слабый у меня сейчас в руках. Я как просто пока его как бы использую. Так, чтобы, ну, как расходный материал. Я особо не понимаю, как он это делает. То есть вот, эти, вот это движение кошкой, это очень странное достаточно движение. Я не понимаю, как он вообще это делает, но делает и делает. Мне только... Так. Очень хорошо. О! Вот эксперт паркура, это хорошо. И нам нужен 24-й, потому что там будет бесконечный бег, и там будет прям все очень шикарно. О, давайте. О, блин. Хотя я этих трех разложу, давайте. Давайте. Оп. Парень, сейчас. Оп. Парень, еще один сейчас. Парень, еще один сейчас. С большими, конечно, так не работает, но там тоже достаточно много урона входит. Так что как-то так. Блин, тут не очень удобно. Конечно, не очень удобно этим, блин, кошкой пользоваться, потому что надо на, блин, на колесико нажимать, это вообще не очень комфортно. Но достаточно удобно, то есть мне, я имею в виду удобно в плане использования. Мне очень нравится там, сам факт кошки, то есть, что вот я вот так вот могу делать и вообще не париться. Кошку реально было очень сложно достать, просто потому что там набирать очки выживания в игре, блин, без заданий, без выполнения задания очень сложно. А я, мы не выполняли никакие задания, мы просто бегали по городу, но в результате мы поняли, что очень много опыта дают за контейнеры, которые сбрасывают туда, аирдропы, и еще эти, как их там, за ночные вылазки. Джейд. А, вот еще. Ничего себе. Как клево. Hey, come here. You should see this. Something is going on at the school. Tyre's men have been hauling boxes out of that place for hours. We need to get a closer look. What's in the boxes? Good question. If it's antizin. We need it. Ну, вроде понятно, да, что катсцены лагают больше, чем сама игра. Jade, where? Shit. Это там кто? Ну вот это вот. Fucking to here. That guy should die in a fire. We... Fuck. Where'd she go?
Что? Что? Вот больше всего бесит звук, наверное. Где нахер Джейк? How many bandits are inside? I only saw the ones that went in after Tahir, but I'm sure there's more. We should use different entrances. We'll cover more ground, and we'll make less noise moving separately. Ну, кстати, будет очень сильно лагать, если по мне попадет блеватрон, короче. Ой, не, мне вниз. Damn it, bolted shut. Jade, they've got this door sealed off from the inside. You got any alternatives? I remember playing here as a kid. There was a basement entrance at the back of the building. No harm in trying it. Проблемка. Знаете, вот есть вот реально на самом деле одна единственная проблема вообще во всем этом, это то, что игра иногда очень плохо звук. Меня очень сильно бесит лагающий звук. Игра не на игру на самом деле посрать. Вот звук, вот это уже вообще у меня просто такие взрывы просто возникают у меня. Я вот правда не понимаю вообще, как это возможно. Вот такие лаги, вот чтобы именно со звуком ни в каких играх нету. Skyrim 100 плюс модов вообще ни разу не лагает. Леватрон, что ли, где, да? Это как? Ну, в смысле? Ну, охренеть теперь. Чё такое-то? Я забыл про себя. Ненавижу взрывчатых. Просто такие мрази. Это не взрываются, но вообще просто полностью вообще. Где? Охренеть, сколько километров это вообще? Ну цепляйся ты, боже мой, слышите? Вот на самом деле, тема с пробелом, то что надо зажимать именно кнопку, чтобы он цеплялся, это вот тоже не очень-то и приемлемо на самом деле. Это очень сильно неудобно. Вот реально неудобно. Короче, я просто бью этого. Двое, да? На, и теперь, кстати, можем использовать маскировку. Это такая интересная достаточно штука. Но она очень противная. Чувак, взрывайся. Набегут. Ну, пусть набегают, дверь у меня, в принципе, закрыта. А ломать они их не умеют. Злом трудно, что тут выпадет. Что-нибудь интересненькое. Ого. Коса какая здесь полезная вообще. Долбитесь, ну долбитесь дальше. Что могу сказать-то? Бесполезно вообще. Так, заходим внутрь школы. Что-то мне не очень там нравится, на самом деле. Ну, то есть, само название заброшенное. Заброшенное уже плохо. Saw Tahir at the school. He and his men were hauling all kinds of stuff out of there. The hell are they up to? Anyway, the fucker executed some survivors right in front of us. Nearly saw us. Time to sneak into that building. I hope there's some antizen in there somewhere. Ну, если это ради антизина, то можно. Главное, чтобы там не было проблем. Hey, Jade, I'm inside. Check the classrooms. That's the most likely place for them to store supplies. They should be marked somehow. Military jargon is pretty straightforward, so it shouldn't be hard to notice. Mm-hmm.
звуки-то слышно. Они долбятся в стену ради атмосферы, что ли? Такая прям атмосфера. Да давайте хоть 30 вылетайте, господи. Чё, вы думаете, я не... Ой, я вот сюда вот уже стрёмно идти. Когда оружие на полторы тысячи урона, можно вообще ничего не бояться. Закрыто, да? Чего другого не ожидал? Ой, ой, дверь сама открылась. Страшно-то вообще. Что-то будет, смотрите. Кстати, место что-то реально напоминает эту колледж из Last of Us, да? Где мы при... Ой. В который мы пришли якобы... Вырубите это. Чувак, правда думаешь, что-то получится? Долбиться-то. Куда? Охренеть, прямо у вас охрана, ребята, так. Это не антизин. Jade, no luck with any antizin. Looks like we'll have to talk about that other option. I still have classroom C to search, though. The basement's pretty big. Find the key. I'll meet you down there. Как вот у них вот тут вроде штаб или что-то типа того, но при этом они как-то не очень-то заботятся о безопасности, потому что там типа вон зомби вылезли, да? Странные вы ребята. А чё я не могу отключить? А чё себе догадываюсь? Бесполезно. Всё. Я слишком... Забавно, смотрите, как я умираю. Просто отчаянно идут на меня. Ну, игра такая, что я могу сказать. Твою мать. Сейчас набегут. А, нет, стоп. Здесь, нет, здесь я набегу.
день. Блин, где Джейд? А там... Знакомое место. Ну, примерно знак. Give me a hand here, would you? Yeah, sure. God, Crane, you're such an oaf. Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are, come get us!" Hey, sometimes there's nothing wrong with a direct approach. Holy shit. That's plastic explosives, right? Listen, you take this stuff and get back to the tower. I'll deal with these assholes. Don't be ridiculous. We'll fight them together. And risk letting them keep this much ordnance? No. Just go. I got this. Meet me back at the tower. Promise me you won't let Rahim near that hive. What? Yeah, of course. I promise. I promise. Just go. По одному. Все, ребята, это на самом деле было проще, чем я думал, намного. Пойдем еще ночью будем возвращаться. Явно же ночью будем возвращаться. Сейчас у меня вот реально такое чувство. Сейчас я выйду, ночь там, привет. Не, на самом деле я этих тварей уже не боюсь, потому что, во-первых, я могу их убивать. Я реально могу их убивать, потому что они, ну, реально простенькие достаточно. Вот что ты такое? Я тебя видел уже, ну-ка. Он... Я же говорил, ночь. Что ты? Не, ну, ползай, в принципе, но... А, кстати, не такая уж и ночь. Или ночь. Как это? Да, ну-ну-ну-ну, ночь. Или не ночь, по херу вообще. Да? Ну, давайте не будем, у нас не особо не будет волновать. Не, еще не ночь. А, не ночь, все-таки не ночь. You said we needed to talk about other options if we didn't find any antizen. And we will, but right now let's deal with these explosives, okay? Okay, listen. I'll give the explosives to Saeed and you talk to Rahim. Make sure he stays away from that hive. Will do. Don't worry. Don't worry? Right. Я не думал, что утро. Я думал, что ночь. Что со звуком? Что за синхронизация лагов-то? Игра чуть подлагивает, звук пипец как подлагивает. Вот что веет, слышите, да? Ладно, поговорим с Рахимом, давайте уже в следующей серии. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.